Hello, people! Масленицу провожаем. Хотим посмотреть, как в этом году будут здесь сжигать чучело, а разбивать. А думаешь, здесь будет кто-то разбивать? Ты помнишь, ты читал? Ну вон у нас стоит ледяная снегурка. Ну было же написано, что в этом году здесь будут не сжигать, как обычно, чучело жгут, а бить ее будут. Вон она красивая какая. Чучело счастья. Это ярмарка на Красной площади какая-то. Игрушки. Так, смотрим. Шкатулка стоит 3100 рублей. А баня стоит 15. Пойдем посмотрим, что за людишки там. Это кто? Бабушка. Бабушка. Приветики. Приветики. Халявно я карусель. Готово? Поехали? Держись крепко-крепко. Хорошо, молодец. Кисюнь, тебе понравилось? Ну хорошо, куда дальше пойдем? Пойдем посмотрим, как люди через девочки и мальчики через скакалку прыгают. Через что попрыгать. Сразу по 5 девочек по 6 пускали. Сразу видно, с нуля начала. Знаешь, какая мышца у этих, которые так крутят? Знаешь, сколько они так крутятся? Вот, не знаю, час, два точно. Куда едем? Туда поедем? Сюда поедем? Куда поедем? Кисюнь. Чего-чего? Пойдем кушать? Хорошо. Очередные прыгуны. Все. На этом масленица на площади окончена. Поехали делать перекусики. Мы притопали. Да, я не знаю. Люди мы не местные. Расскажите нам, куда это мы пришли. Что это такое здесь? Я вижу, это каток какой-то по центру Красной площади.
О, смотри, доступ граждан в мавзолей Ивана Ленина временно прекращен. Переодевают, наверное. Самый прикол. Сегодня же масленица, чучело сжигать, а мы в итоге где-то не в тех местах, где чучело сжигают. Я помню, в прошлом году как-то замерзли на этом. А мы бы сегодня там тоже очень замерзли. Где мы были? В парке. Горького. На набережной вообще. Такой ветер был. Где сегодня мы тоже были, там по самые небалуй замерзли. Машину выиграть, покатайся, выиграй машину. Ага. Новый Discovery, видела, какой весь округлый? Щелкунчик БУ, видишь, БУ Щелкунчик. А где же стоял что-то, фотографировали? Щелкунчик. Ой, а вон какая-то прыгающая каруселька, платная? А у кого да. Есть? Здесь все платное. На телефоне сфотографируйте нас, пожалуйста. Ой, смотри, какая тетя красивая, мила, смотри, какие... Какие у нее щечки румяные. Платная, платная. Солнце, мне страшно, смотри, они какие резкие. Это только какие-то дергаются, какие-то не дергаются. А сколько это удовольствие стоит? Сколько? 200 рублей 3 минуты. 200 рублей 3 минуты. 200 рублей 3 минуты. Надо с ней сходить на нормальные аттракционы, а не на эту несмазанную. Блин, здесь тоже шашлыком так пахнет. И везде все эти распродажные сувениры. Рефлекс, да, Ярин? Рефлекс? Колясочка. Но мы сейчас найдем, где есть места. Тут просто мест не было. Денег надо заработать. Мест нет, что это сломано, что-то не работает. Не стыдно? Ой, там дядя что-то рассказывает. Пойдем смотреть, мам. А ты Еву пристегнула? Ой, какой олень. Вот так вот украшают. Маленький фонтанчик и маленький человек. Что это, малыш? Ой, фонтан. Да. Да, под музыку танцует, да? При выходе с Красной площади так вот это выглядит гуляние, мини-гуляние. Вот такая вот стоит здесь арт-масленица. Тетя из веника. Ну, смотри, явная собачка. Вот так вот. Еще одна веничная. Собачка получается, вот так вот, если смотреть. Еще одна тетя фото. Естественно. Вам права нельзя. Вы меня уже... На пьедестал, что на них нет. Так раз уже. Это какая-то неосвещенная тетя.
А это мой космонавт. Ну это же мой космонавт. Вот такая вот ледяная композиция. Яринка, напомни мне, как здесь метро называется? Метро как называется? Площадь эволюции. А вот смотри, какие-то там дяди с этими посохами. О, колокольчики можно позвонить. Это мы любим. Аккуратно. На горке никого не пускают. Аккуратно, мам, здесь очень скользко. Не торопись, пожалуйста. О! Это зима, они, наверное. Прогоняют. Говорят, уходи, зима, приходи, теплая весна. Мам, а может я ее на плечи возьму, а ты камеру заберешь, а? Ну поставь ее. Зима закончилась, теперь солнышко должно греть, и точно будет весна. Зиму проводили. Вот это да, да? И тебе понравилось? Мне тоже, Паш, как они? Видишь, они сказали, до встречи в следующем году. А это разве колокольчики? Это же не... Это просто бутылки. Я как-то тут ходил, я не понимаю. Не эти, наверное. А? Колокольчики где-то в другом месте мы, по-моему, видели, разве нет? Послушай.
Едем. Они там лед разбивают, смотри. Они ломают все. Зима, пока-пока. Мы тебя уже проводили. Выгнали. По всем языческим обрядам. Чучело, не знаю, сжигали сегодня, не сжигали, точно все разбивали. И вот эти бум-бум-бум-бум. Мы так же сейчас сделаем. Бум-бум-бум. Зима, уходи. Весна, приходи. Весна красна. Ласточки, летите. У нас здесь скоро будет тепло. В общем, мы уже ждем тепла. Это волки воют. Это папа воет. Холодно, холодно. Ласточки, летите. И солнышко несите, да? В общем, все, пока-пока, ждем весну. Пошли греться. А скажешь, пока греться и утепляться. Пошли. Сейчас на карусель.